Городской репортаж. «Славянское древо» – эта международная выставка проходит в Балашихинской картинной галерее уже не в первый раз. И именно здесь можно прикоснуться к истории Древней Руси и узнать побольше о традициях наших предков. Картины современных художников, авторские куклы, сувенирные яйца – и это лишь малая часть экспозиции. В день открытия «Славянского древа» собралось много гостей. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Дегтяренко вручил художникам и авторам работ благодарственные письма от Управления культуры Балашихи. В этом году выставка получилась очень интересная. Она, как всегда, у нас международная, ведь на выставке представлены работы художников из Украины, Болгарии, Чехии, Московской области и города Москва, нашего ближайшего соседа. Организаторы выставки попытались отразить в экспозиции культуру всех славянских народов. Узнать о работах еще больше помогли сами художники. О картине «Благовещение» рассказала ее автор Екатерина Кудрявцева. Тут листья устилают землю, как бы устилают, такая как бы мозаика из листьев сделана. Здесь я их решила как бы положить к ним под ноги. И наверху око в форме листа, тоже глаз, око, солнце. Быт и обычаи славян отражают другие экспонаты. Это старинные украшения – герданы и лунницы. Раньше их считали талисманами и дарили на первый день рождения девочки. Для выставки из Великобритании прибыло и бисерное колье 19 века. Многие не отказались бы и в наше время поставить на стол эти братины из дерева. На Руси их считали символом единства и дружбы. Гость пил из нее и передавал соседу. Ну а мы узнали у гостей впечатления от выставки. Картины душевные, такие вот только в первый зал. Очень душевно заставляют остановиться, задуматься о прекрасном, о душе. Я вот за 25 лет первый раз попал, и, честно говоря, такой шок очень приятный. Все красиво, некоторых деталей даже я не знал. Мне больше всего понравились куклы, которые представлены русского народного костюма. Посетителей выставки «Славянское древо» ждал сюрприз. Свои авторские произведения исполнил мастер колокольного звона Владимир Архангельский. Своими глазами работы, которые представлены в Балашихинской картинной галерее, вы сможете до 18 июня. Еще раз обязательно посетят выставку Лина Гречишникова, Александр Спицын. Большая Балашиха Лайф. Городской репортаж.